Ребята, вот это такой Сатурн у нас 1 июля 2024 года. Вы видите, кольца стали практически, ну как бы сказать, мы в торец колец смотрим, торец колец. Давно пора с афоризмов на стихи переходить. Я уже сказал, что сегодня 1 июля, да? 2024 года. Ну ничего, это ненадолго. Просто такое. Чудак в сомбреро. Прикольно. Ладно. Да. Давай луну снимем, вон она как раз над горизонтом встает. О! Да она. Ну сейчас я чуть-чуть горизонт поймаю. То у меня чуть-чуть пересеченная местность. Снимал я, вышел. Что-то не спалось мне. Сейчас 2 часа ночи. После дежурства не спалось. И пошел я. Снимать МКС. Совершенно безуспешно. Во-первых, я уже долго фотоаппарата не касался. Уже навыки растерял охоты на МКС. Ну, снял на такое. Даже, наверное, выкладывать не буду. Ни солнечных панелей не видно. Не успевал не наводиться. Вам не надоело, что жалось? Мне уже да. Вон какой клык линии терминатора. Практически полный штиль. Нам тут со дня на день обещают плюс 38. Я не знаю, как с этим жить. Это погода, совершеннейший штиль. Это тряска, это, не знаю, муравьи пукают. Зум 125 и четырехкратный цифровой еще зум. То есть у нас 500-кратное как бы увеличение. Не вполне корректно так говорить, но для простоты пускай будет это краты. Там сейчас Марс еще из-за горизонта выползет. Красота. По-моему, красота. О, это что, Аристарх у нас? Похоже на Аристарх. Ну, в смысле, на кратер. А там, конечно, не ручаюсь при таком ракурсе. Скорее всего, Аристарх. Да, но Сатурн от нас 1,5 миллиарда километров. Марс от нас 300 миллионов километров. Ну, далеченько. Даже при таком зуме это, конечно, не то. Ладушки. Enough, я думаю, на сегодня.